Дуже часто в нашому житті в нас бурхлива фантазія. Ми хочемо займатися тим, що інші ніколи, зрозумійте мене, ніколи не зрозуміють. Але головне не втрачати натхнення і рухатися далі. Олександро, дуже незвичайний бізнес, і здається, що в цей час це не має такої уваги займатися іграшками з такими м'якими речами, приємними, дуже схожими на вас, до речі. А чому саме цей вид мистецтва? Изначально я начинала с кукол и делала кукол. Потом поняла, что люди не любят людей и не хотят дома иметь точно застывших людей. И начала делать милых пушистиков. Проконтролировала, так сказать, спрос на рынке, что люди приходят на выставку, любуются куклами, но уходят все равно с какими-то пушистиками. И переквалифицировалась 8 лет назад. Ви хотіли займатися якимось бізнесом і шукали цю нішу? Чи ви взагалі любили цим займатися, це робити? Як виникла ця ідея? Ну, изначально я даже не понимала, почему люди не знают про эту нишу, потому что я о ней знала всегда. У нас это не так давно развито, но в России, например, лет 15 люди шьют медведей, мишек Тедди. В Германии они их больше 100 лет шьют, а в Украине... Когда ты говоришь, что ты делаешь мишек Тедди, люди делают лицо. Поэтому изначально я занималась куклами и познакомилась уже на выставках с мишками и поняла, что это станет моим новым призванием, так как куклы — это скучно. Как выникает думка створить что-то новое? Вообще у меня даже не возникает каких-то пробелов таких в жизни, когда не возникает такая мысль. Она возникает постоянно. Ты куда-то идешь пешком, ты моешься в душе, у тебя возникают мысли, как что-то создать, соединить в коллекцию, что-то сделать, придумать новые материалы, где раздобыть. Поэтому я не понимаю, у меня проблем нету с идеями, есть только проблемы с временем. Как реализация отбывается? Все через интернет. Розкажіть. Тому що зробити, знаєте, продукт зробити, я не можу сказати, що не важко, але його можливо зробити. А реалізувати буває тоді, в людей опускаються руки. Потому что, когда ты работаешь на себя, ты сам себе директор и работник, и сам, так сказать, себе зарплатку платишь, поэтому ты должен охватить все профессии, которые есть, объединить в одном человеке. Изначально реализация, не было еще так раскручен интернет и все соцсети, реализацией я занималась очень таким интересным способом. Да. То есть ты брал большую сумку максимальной вместимости, складывал туда свои авторские коллекционные работы и ходил по галереям, по магазинам, по каким-то сувенирным лавкам и предлагал свое творчество. Как реагували там? По-разному. Есть именно узкопрофильные магазины. Даже в то время, 6 лет назад, был в Киеве магазин «Киевский медведик», то есть, который занимался только мишками Тедди. Но туда уже могли попасть именно какие-то рафинированные мишки. То есть нужно было уже быть каким-то именитым автором. Они могли взять 2-3 работы, попробовать спрос. А какие-то галереи, сувенирные лавки брали больше, в принципе, почти все. Работа в среднем стоила где-то 300 гривен, они делали наценку еще 300-400 гривен. И так оно продавалось долгое время. Даже к цене 50 долларов я шла очень долго. 2-3 года где-то я работала в ноль, в минус. Минус ноль. Не хотелось закончить всем этим и начать что-то иное делать? Нет. Я всегда знала, что я добьюсь успеха. Да я такой человек, если мне надо, то это все сдадутся, а я еще буду идти вперед. Я всегда знала, что я добьюсь успеха. Чем бы я ни занималась? Я занималась куклами, я инвестировала в обучение. Мне надо было обучиться у какого-то мастера, он не ведет мастер-классы, он живет в другой стране. Я собиралась, копила деньги и ехала к этому мастеру домой, сидела месяц у него дома и училась. То есть он уже хотел выгнать меня, только потом, когда уже эта женщина обучится и уедет. Я всегда знала, что у меня все будет хорошо. Мне просто нужно было время, деньги и вложить свои какие-то усилия, а так как женщина — это мать, еще параллельно 2 декрета у меня было в процессе творческого становления, все немножко тормозилось, но я всегда знала, что все будет хорошо. 3 года, если ты работаешь в каком-то направлении, и это не приносит тебе доход,
тогда уже можно понемногу подсдавать. Но 3 года спокойно ты можешь инвестировать, вкладывать, обучаться, расти. И это почти бесконечно. Эти 3 года можно работать на свое имя и только спустя 3 года начинать выходить хотя бы микроплюс такой. Чому родзинка саме ваших видмеників? Фэнтези. То есть многие люди делают мишек Тедди. Если вы вобьете вообще запрос мишки Тедди, увидите совсем другие работы. Это мишки на шплинтовом креплении, у которых двигаются ручки, ножки, голова на 360 градусов. И на этом все сходство между ними, в принципе, заканчивается. Это мишки из натуральных материалов, из махеров. Но мои мишки уже перестали быть мишками, это абсолютная фэнтези, нет никакой привязки к каким-то существам, которые действительно существуют в реальной жизни. То есть это абсолютное безумие, и люди идут ко мне за этим. За казкою, за фэнтези. Да, за чем-то таким, что в их коллекции мой зверь создаст какой-то вау-эффект, то есть ты будешь... У людей дома витрины огромные, стеклянные, с подсветкой. И они ставят туда мою работу, и все останавливаются на ней и делают: «Вау, что это?» И они начинают объяснять, что это вот такой зверь. У каждого из них есть паспорт, написана его история, из чего он сделан, в каком мире он живет, что он любит, что не любит. То есть, вы це такой... вигадуєте, коли зробили, чи коли робите? Мне иногда кажется, что это вот будет земляная чуча. Она такая будет землистого цвета, нюд-тонировка, а в итоге выходят желтые дреды, какой-то розовый цвет, и вот она уже не земляная чуча. Ну, как бы люди прощают мне, конечно, все. Люди делают заказ, бывает даже платят деньги, немалые деньги, и не знают, что я им сделаю. То есть я что-то делаю на ваш вкус. То есть что это будет, у него будут крылья или дреды, или огромные уши, они не знают. Там уже в процессе разберемся. Им нравится следить за процессом, я им высылаю промежуточные фото, то есть как я ему примеряю хвост, как я ему примеряю крылья, и они тоже вот как будто участвуют в создании. Ви працюєте з українськими колекціонерами чи Європа? В основному, конечно, это не Украина. Украина – это какой-то ценовой порог до 100 евро. В принципе, раньше в Украине были люди, которые покупали Тедди, были большие выставки красивые. Київська казка была выставка, Київ Тедділенд, и люди действительно приходили за 200 долларов, покупали работы за 300. Потом началась вот эта вся неприятная ситуация, и эти все выставки перестали быть рентабельными, перестали привлекать людей. Люди как бы с того момента, как обесценилась чуть валюта, перестали тоже покупательская способность не такая. И украинский рынок, конечно, на нём сейчас не заработаешь сильно. А ви берете участь в конкурсах, якихось виставках? Ви сказали, що вони раніше були. Ви їздите кудись за кордон? Ну, изначально, когда ты молодой автор, тебе нужно везде, везде просто. Во всех выставках, во всех конкурсах, везде себя толкать, чтобы сделать себе имя. Когда имя уже есть, ты в этом не нуждаешься. Если у меня есть желание где-то поучаствовать, куда-то уехать, на какую-то выставку, на какой-то конкурс, я сделаю это, но не потому, что мне это нужно, а потому, что я просто хочу. Ну, нужды в этом уже нет у меня. Я часто езжу по выставкам, но участие в них не принимаю. Просто гуляю, фотографируюсь, веду свой блог и все. И веду мастер-классы, учу людей. Вы працюете одна, чи у вас є команда? Нет, я работаю одна, моя команда — это мой муж, он занимается набивкой, набивает опилками. Год понадобилось ему обучить делать это грамотно, с нужной щепетильностью, поэтому как бы это человек, который живет со мной, я его обучала год, а взять какого-то человека с улицы нереально. Ну и тем более авторская работа — это когда все делает один человек. Если это делает 2-3 человека, это уже мануфактура. Якщо ви вигадали якогось, да, дивну істоту, а буває таке, що не виходить так, як ви хотіли, що ви робите? Ну, я взагалі не парюсь. Що видумала, хорошо, делаємо, не виходить, значить звір хоче родитися другим. Це як ребенок, то же саме, що я собі придумаю, що він родиться голубоглазим блондином, а він рождається темненьким. Скажіть, будь ласка, дивіться, я тримаю в руках таку маленьку істоту. І скільки треба часу, щоб зробити її?
Ну, по-разному, но три полноценных рабочих дня по 15-16 часов, в принципе, было бы достаточно. Но это утопия в моем мире, так как я не могу работать по столько часов, как раньше. Раньше я могла просто сесть за работу и работать. Сейчас реалии моей семейной жизни не позволяют мне это делать. Я без конца делаю все маленькими кусочками, и это занимает уже неделю вместо трех дней. Ну и в основном работаю ночью. А скажіть, будь ласка, що надихає чи хто надихає? Вообще все. Нет вообще никаких проблем. У меня такая фантазия, мне даже не нужно откуда-то извне вдохновение. Все вдохновляет. Поехал в зоопарк, увидел там спящего панду, потому что не хотел просыпаться. Раз, и родился спящий панда. Увидел марахоеда, родился мурахоед. Просто все вокруг, что ты видишь, потом рано или поздно имеет выход в творчестве. Просто когда-то, что-то спустя год, а что-то спустя прям вот два дня тебе нужно идти уже раскраивать мех и шить это. У меня с вдохновением вообще нет проблем, только нету времени. Времени без конца рисую эскизы, у меня целая книжка заполнена эскизами, что бы я хотела сделать. Из этого я не успеваю сделать даже треть. Мені цікавий сам процес, підбір, з чого ви будете робити, тому що коли я зайшов до вас на ФБ-сторінку, я одразу не зрозумів, що це іграшки. Вони такі були, як намальовані. Ось технічний момент, тому що люди кажуть, дивляться на них, і для них це нереальна істота. Технічний момент. Ну, изначально нужно, конечно, научиться делать базовых мишек Тедди. То есть есть люди, которые делают именно классических мишек Тедди. Набивка, соединение, как вставить глазки. Все это основы. Только изучив эти основы досконально, ты можешь переходить уже к чему-то большему, то есть создавать какие-то нереальные формы. И люди, когда приходят тоже ко мне на мастер-класс учиться, изначально я им советую идти на какой-то базовый курс, научиться основам, а потом уже приходить, творить какое-то безумие. Я тоже начинала оттуда, все начиналось... Расскажи цей шлях. Так как я занималась куклами сопряженно, я смотрела на мишек Тедди, впитывала всю эту информацию, и когда решила попробовать, то труда это у меня не вызвало. Я раскроила своего первого медведя без выкроек, без ничего. Изначально я дизайнер одежды по образованию, так как это, поэтому это не вызывает у меня никакой сложности. Раскроила, набила, соединила, вот мишка. Потом ты думаешь, какие-то ноги слишком длинные, хотелось бы короче. Создал уже первые какие-то лекала свои, потом короче, длиннее, потом глазки больше, меньше, ушки длиннее, короче, шире. И так создается какой-то твой авторский стиль, твои базовые какие-то выкройки, которые ты потом используешь. Но первые три года я не использовала вообще их. Хотелось, чтобы каждый зверь вот уходил в какое-то другое русло, не привязываться к какой-то одной форме. Изначально я ни у кого не училась, я все ошибки совершала самостоятельно, но и работы мои стоили какие-то просто копейки даже по тем временам. То есть я их продавала по каким-то ярмаркам, ездила в Киевскую Русь, на выставках, детям продавала. И люди не претендовали на какой-то предмет коллекционирования. А когда люди хотят уже выходить на какой-то доход, им нужно изначально, конечно, инвестировать какие-то деньги в обучение, чтобы не совершать таких ошибок. У вас есть учени, которые занимаются саме цим и заробляют гроши саме цим? Да. Расскажите. Вот моя лучшая подруга когда-то пришла ко мне на первый мастер-класс. Я тогда не вела еще мастер-классы. Она позвонила так дерзко, никто так не делал никогда. Напросилась, можно сказать. Тоді вже була подругою, чи ні? Нет, я ее не знала. Пришла на мастер-класс индивидуальный. Мы с сестрой провели мастер-класс, и вот как-то она осталась в нашей жизни. Больше никто никогда этот подвиг не повторил. А ви секрети їх приховуєте, чи ви готові ділитися? Це ж майстер-клас, я ділюся своїми знаннями, опитом, але я не готова вчити основам. Тобто, якщо чоловік приходить ко мені, це дуже концентрований такий майстер-клас, 11-часовий, де 11 часов ми работаем уже в стиле фэнтези. Я не готова учить человека делать ровные какие-то правильные швы, делать какие-то стяжки, утяжки, крепления. То есть, если он этого не знает, он не потянет этот мастер-класс. А звідки з'явилася любов саме до цих мішок?
Ну, изначально мне нужен был какой-то источник дохода, так как куклы это очень дорого, не совсем продаваемо, и мне нужен был какой-то источник дохода даже для того, чтобы опять инвестировать в обучение куклам. Простые мишки обычные, это супер, у меня получалось их делать, они были классные, но на рынке много таких мишек, то есть мне нужно было придумать и создать новую нишу, которую я и займу, и буду в ней, так сказать, королевой. Эту нишу я создала. Чтобы работать, нужно работать, чтобы зарабатывать, нужно придумать что-то свое. Придумать то, в чем ты именно будешь силен, что ты можешь подарить миру, а не украсть у кого-то и дарить это по второму, по третьему, по четвертому кругу. Это не будет так аутентично и интересно. Як, вот ви, як ви реагуєте на тих людей, котрі роблять, ну, взяли у вас майстер-клас, а потім роблять це саме і демпінгують ціни, наприклад? Мне они ничего не демпингуют. Я на таком уровне, что конкуренция, в принципе, мне не страшна. У меня очень много заказчиков, мое имя — это бренд, им не нужно, мне не нужно доказывать, что я круче. У меня цены все равно остаются в 3-4 раза выше, чем у этих людей, но будут заказывать у меня. Они могут что-то демпинговать, но я этого не почувствую. Они просто будут работать против своего имени. То есть они вместо того, чтобы создавать себе имя с низов, как я... Знайти свое. Да, они будут оставаться в мире Теди, как плагиаторы Саши Милецкой. Все, все их знают, все знают мой стиль, все. Все, мир коллекционеров, он такой узкий, это не ярмарка, куда каждый день приходит новый человек, ой, какой милый мишка, куплю его. Это очень определенное узкое сообщество людей по всему миру. Они все друг друга знают, все, кто покупает зверей после какой-то вот ценовой категории, это буквально, ну пусть будет 50 человек. Поэтому идти по этому пути, это значит делать себе только плохую славу. То есть потом люди не хотят покупать это, настоящие коллекционеры. Тебе труда нужно затратить почти столько же, сколько мне, только я буду действительно окупать свой труд. Я потратила, например, на какую-то сложную работу 2 недели и окупила себе это после продажи зверя. А человек будет тоже затрачивать много энергии, тем более он делает не то, что у него есть в голове, он без конца прокручивает, вот как бы я это сделала, что бы я тут, какой бы цвет наложила. И в итоге он не может окупить это не будет продаваться дорого. Он будет продавать это за бесценок. А що б ви могли сказати людям, які хочуть займатися чимось подібним, але в них не вистачає натхнення, чи не вистачає сили, чим їм хтось каже, що ну це іграшки, а треба робити зовсім інше. Мне говорили это все, ну и я всегда просто делала улыбку и не понимала вообще, почему эти люди должны мне что-то говорить. Мой муж это фактически был единственный человек, который поддерживал меня и даже отдавал мне всю свою зарплату на мои нужды. Хотя казалось все весьма нереальным. То есть когда 8 лет назад ты озвучивал фразу родителям «я не хочу работать, я буду шить игрушки», ну, понятное дело, это вызывало смех и слезы в их глазах. Они потратили деньги на мое обучение, на мой переезд в столицу, а я хочу шить игрушки. Все как один формулировали одну и ту же мысль. Ты должен работать на работе и параллельно шить игрушки. Ну супер, только это очень долгий путь. Так можно и 10 лет шить игрушки, помежду прочим, как хобби, и оно так и не перерастет в бизнес. То есть, чтобы сейчас раскрутить себя, достаточно действительно года какого-то, так как очень много соцсетей, очень много возможностей для пиара. Ты можешь заказывать рекламу, ты можешь у каких-то блогеров пиариться, ты можешь договориться с каким-то автором классным, чтобы он запиарил твое творчество. Ты можешь делать действительно классные, качественные работы, отправлять их каким-то известным людям и просить их выложить на своей страничке. То есть возможностей для пиара миллион, и можно очень быстро это сделать, но только без конца работая в этом направлении, утром вставая, начиная инвестировать какие-то время, силы, деньги в свой как бы потенциальный бизнес, а не уставший с работы, еще домой пришел 2 детей, все не убрано, ты хватаешься за это творчество, это нереально.
творчество — это должно быть состояние души. Ты не можешь жить без него, и тогда это будет приносить тебе деньги. То есть я не должна заставлять себя садиться за работу. Я прямо лечу на работу, потому что работа — это и есть я, это моя жизнь. Дети у меня даже на втором месте, а на первом работа. Такое вот. Дякую, ну це ми виріжемо якраз. Щоб раніше у вас буде бачення своєї мети, якою б дивною, приємною і незвичайною вона була, тим скоріше ви досягнете результату. Головне не зупинятися, а йти далі і ще знаходити учнів. Тому що коли ви навчаєте людей, ви стаєте більш професійними, ваше коло стає більше і ви стверджуєтесь в своїй справі.